Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Когда-то я очень завидовала двум своим бабушкам. У одной был день рождения 2 мая, у другой 7 ноября. И вот так случилось, что в 1991 году, 12 июня, прошли выборы. Выборы президента и вице-президента Российской Федерации. И затем этот день стал Днем России, национальным праздником Российской Федерации. Кстати, когда выбрали День России 12 июня, у меня была даже своя такая теория, что этот день выбрали не случайно, потому что в этот день всегда хорошая погода. Сколько лет я живу, столько в этот день обязательно хорошая погода. Поздравляю всех с 12 июня и хочу сказать спасибо. Спасибо всем, кто был со мной на протяжении нескольких лет, кто помогал мне возвращаться к жизни, кто поддерживал меня, веселил меня. Ну, в общем, кто как мог. Ребята, всем огромное-огромное спасибо, потому что благодаря вам этот день для меня возможен, этот 56-й мой день рождения. Спасибо.